pogłębiono. A to było lens. No i to funny, no. To było to. Nie myślałem, że to było super normalne. Aj, ja bym chciał, bo ci nie chcę, że tu gadaj, że tu ara periere. Tak, tak. Dag, ale. 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 Dag, Ceri şahidi. Eğer sen böyle gamut, sosyalın bir taraftan kontaktı ile oluyoruz ya. Aket gelme materyal değil. Nasıl? O aket, ya yine iki tane, hadi o gürt günde çağır diye. Eğer ne davak, dersin, ceri, soda daha kalı da tıkalı, maril tıkalı davas kalı. Batun. Hijo, sigo, 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 sigo. Claro. Ya, Akkumulatoristvis, ეს დამტენია. Ჩვეულებრივი. Მანქანის დამტენი. Დიოდების ხიდი და
Transformator. Net air character. I'm interested. My school is in trouble. So I can't even move. I can't even look at the monitor. It's so that I can't get out of the office. Practically, what do you think about the mobile? No, I have a perpetual mobile.
Yes, I'm not going to get a little bit of 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 a little bit Mets, I'm just going to be with it. No question to us, then it's just because we'll be watching it. How did you? Especially me, I'm. Mood me, Slada. Yes, you're a little bit of a bug. Yes, not to be. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Smart energetic.
Не мешает, но вот это. Натуре бисквит уже дима. Натуре бисквит вообще нет, так как. Факты это все. Ари, коча, да, геодедиски дед. Да дают вот аккумуляторы сдать, ну а если у кого-нибудь мусор без хангрилю, а хангрилю, все. Да, аккумулятор сдать, и канебай, все, это улица, это. Вот, это скрафт, да? Вот, это Плюсы, минусы. А, да, видите? Ну, а, видите? Все? Обулия. Да, Эхла, вадану тенгиз, гавзему. Исев тавидан, рами гуак, разгуазлев да, рами гуак, дам тенгиз. Ну,
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Хорошо, мы как... Скажите, пожалуйста, обычному обывателю, вот что сегодня вы показали? Вот почему это важно и вообще, что в этом нового? Обычному обывателю можно сказать, что сегодня они увидели установку, которую можно назвать приемником энергии с окружающей. У нас с окружающего у нас пространство. Мы увидели работу этого двигателя, установки этой. Ей нужен этой установке только начальная энергия, потом она работает на своей же выработанной энергии. Без всякой посторонней, как сказать, помощи. Ну, сейчас я не знаю, как это можно определить или как сказать, но самое главное здесь то, что решается эта энергетическая проблема. Это автономная установка, которая сейчас дает нам 5 киловатт, берет 40 ватт, дает 5 киловатт. Но в принципе она уже потом ничего и не берет, потом на своей же энергии работает. Трудно предположить сферу, отрасль, где можно употребить эту установку. Эту установку можно употребить в электровозах. И не будут нужны эти верхние провода и по бокам этих
столбы. На кораблях, на машинах, на самолетах. И можно чуть-чуть дизнуть и дальше пойти. Но это потом, в будущем. Потому что это энергия. Неисчерпаемая. Неисчерпаемая энергия берется с космоса. Окружающая среда нас уже пропитана этой энергией, Бог знает, сколько можно оттуда брать. Мы максимально взяли 200 киловатт. Ну, теперь мы можем просто смело сказать, после последнего эксперимента, когда мы 200 киловатт получили, сказали, что теперь мы можем принять любое количество энергии, взять с пространства. Ну, остальное уже мы все видели, в принципе. В принципе, мы все видели. Вы говорите, что можно решить многие проблемы. А можно ли локальный грузинский энергокризис решить? Считайте, что кризис уже решен. Я рассчитал, например, что да, ну, в принципе, если правительство, я думаю, что должны они это принять, возьмется за это дело максимум 1,5-2 года, и Грузии не понадобится никакая электростанция. Никакая электростанция, энергии будет навалом, да еще и будет продавать. Господи, еще сколько можно продать, я не знаю. Просто можно, как сказать по-русски, гата смоги ваше или бюджет. Можно получить как в бюджете прибыли только с этой отрасли, где-то раза в 1000 больше. Не говоря о том, что вся страна будет энергофицирована, электрофицирована. Можно ее употребить в оборонной сфере, потому что у нас горная страна, в горах это подавать электроэнергию, это господи что. Поставить и установки, и все, свою энергию имеешь, не нужны ни провода, ничего. Но отрасли нету, чтобы эту установку, этот принцип не употребить. А сейчас, если можно, вот это расскажите мне, не как журналист. Да. Хорошо. Мы, значит, вот как домохозяйки можно сказать одно. Вот есть у нас аккумулятор. Первое питание берем с аккумулятора. Потом уже мы переключились на зарядник аккумулятора. Включили зарядник на полученный нами ток. И начали заряжать аккумулятор. Но чтобы его не портить, нужна, так сказать, первичная энергия, и потом уже аккумулятор тоже не нужен. Выпрямитель, преобразователь. Ну, это можно сделать так, что прямо в установке уже все это вмонтировать. Понадобится первичная, хоть от аккумулятора или сети. Маленькая энергия, а потом уже получаете энергию, за что вы ни копейки не платите. Если вы его поставите дома, 5 киловатт, это нормальной семье, так сказать, хватает. Но можно сделать 10, да мы не знаем здесь потолок, сколько она еще даст. Только, ну, мы пришли на 5 киловатт и не уходим от него, потому что боимся, очень хрупкий сейчас прибор. Как говорится, в муках рожали его, так что боимся. Но теперь уже его уничтожим. Скажите, пожалуйста, блуждающие токи, какое имеет влияние и насколько важную роль играют блуждающие токи в вашем приборе? Блуждающие токи для моего изобретения не имеют никакого значения. Я уже подтвердил во время эксперимента. И это, по-моему, лучше всех скажет Батон Тенгизи Атвара, главный энергетик политехнического университета Грузии. Вот он скажет, потому что он мне предложил, чтобы вот
не думать, что блуждающие токи работают в этой установке, я их, не так сказать, грубо ловлю, отдельно заземлили перед всеми, контур сделали такой маленький, который хватает установки. И не проверили, что никакие блуждающие токи я не беру с массы. Я же сказал, эта энергия идет с окружающей среды. Скажите, пожалуйста, как бы вы назвали ваши изобретения, ваш аппарат, и посвящаете ли вы ваши изобретения кому-нибудь? Ничего. Или чему-нибудь, на самом деле? Я бы не обнагребую так, чтобы сказать, что это мое изобретение, но я кое-что нашел, правильно. Это изобретение Николы Теслы. И ему же и посвящается, потому что он такую жизнь прожил. Он столько для человечества сделал, а он сегодня забит просто. Спросите у многих ученых, по-моему, они его изредка слышали о нем что-то. Больше ничего. И вот ему и посвящается. Это его установка. Это его работа. Но он боялся того, что люди друг друга уничтожат. Если он дал бы эту установку 100-120 лет тому назад людям. Но он там же и говорит в своем последнем письме, что мое изобретение умрет вместе со мной. Почему что... вы так уверены, извините, что именно вот это изобретение, как бы начало, во всяком случае, этого изобретения заложил Тесла? Потому что я-то над его изобретением все работал, над его схемой. Я просто нашел резонанс, который автоматически регулирует резонанс между первичной и вторичной. Вторичной катушкой. Если не будет резонанса, вот как недавно я читал, ну, из компьютера вытащили информацию про такого человека, его фамилия Мельниченко. Единственный человек, единственный материал, с которым я успел за эти последние годы ознакомиться, который точно пришел к решению этого вопроса. Он говорит одно, держите резонанс, и все получится. Он не дошел до трансформатора Теслы, он сам это говорит. Ну и взялся уже за работу, чтобы сделать эту установку. Но эту установку он сделает, по-моему, еще не скоро, но... Он очень близок. И, наверное, нашему правительству стоит об этом задуматься. Стоит задуматься о том, я не хочу сейчас кого-то оскорбить, но лжеученый, его куда-то уводят. Не хочу отказаться от гражданства своей страны. И хочу уехать за границу. Здесь такое творится, не поймешь. Я одно изобретение потерял. Я заставлял работать двигатель автомобиля на воде. Заливал воду, и оно работало. 4 года я бомбовал эти двери нашего бывшего правительства. Ничего не получилось, а потом вдруг, пожалуйста, здрасте, филиппинец. То же самое сделал и патентовал. Я остался так. Сейчас под ударом это второе мое изобретение. Я его уже под удар не поставлю. Держите, вы сказали, держите что? Резонанс. Где ваш резонанс? Вот здесь. И резонанс держится между первичными и вторичными обмотками. Резонанс, резонатор внутри. Как раз это и является, как сказать, в данный момент секретом, потому что как запатентуется, конечно, потом откроется, и все будет в порядке, но я до этого никак не смог дойти. Нет у меня тех средств, чтобы вот запатентовать эту установку. Продавать не хочется, но не знаю, или поеду за границу, там буду работать, и там запатентую, или я не знаю, но у меня времени уже нет.
Еще один вопрос. Сколько вам надо средств для того, чтобы запатентовать вот ваше изобретение? Вот, честно говоря, я сам не знаю, потому что я не имел с этим, как говорится, дела. Точно не знаю, сколько стоит патентовать эту установку, потому что я должен... Да, где, в какой стране, у каждой страны. А в Грузии это стоит, например, копейки. Ну, тут надо, я не знаю, очень серьезно подумать и потом решить, чтобы здесь запатентовать. Это считайте, что патент. Ну, нет доверия к этому учреждению. Да, за границей это, может быть, и дорого обходится, но зато уже гарантированно защищено твое изобретение. Да. Ну, что у нас здесь? Установка, преобразователь, аккумулятор и выпрямитель для зарядки аккумулятора. А благодаря выпрямителю аккумулятор потом уже снимается. Ну, опять я сказал, это можно все в один корпус уложить, и все, больше ничего. Будет одна вилка снаружи или две клейми, чтобы вот на аккумулятор или... Или кнопочкой. Да, или кнопочкой прямо. А сколько, в принципе, нужно денег для того, чтобы создать вот такой качественный агрегат? Давайте я вам скажу так. Если не, как сказать, принять во внимание первые экземпляры, если линию построить для производства таких установок, я вам скажу максимальную сумму, но она не должна стоить больше 400 долларов. Это где-то 700-800. Лари на наши деньги, а доллары уже около 300-400. Вот, скажем так, 5-6 киловатт. Но когда уже будет линия собрана, там не надо будет бегать от кого-то, скрывать свои секреты, и одну часть делать в одном конце города, другую в другом, еще думать, чтобы эти мастера друг друга не знали. Ну, это грузинский вариант, так сказать. Здесь, боже упаси, что-то проморгаешь и все. Руку оставишь, руку откусят. Вот это, да. Да, случилось сейчас такое, что мне написали предложение президенту Грузии, как он появился, сын из Саакашвили, какая-то надежда появилась, что он... Надежда появилась, что вот он возьмется за дело, потому что это для страны как воздух нужен. Нужна эта установка. Он пришел, посмотрел установку и дал задание министру энергетики. 10 дней он ему дал, а после этих 10 дней прошло уже месяц. Но я не знаю, что ему сказали, какой ответ принесли президенту. Но я вижу, что они чем-то там в канцелярии заведуют. Ну, конечно, если это не будет вырезано, я даже скажу. Петр Мамрадзе, такая личность. И меня извините, я не знаю, какой он ученый. Он физик по образованию. Говорят, но физик какой? По какому направлению? По-моему, астрофизика. Я ему очень популярно объяснил, что у меня есть свое образование. Но 27 лет тому назад я бросил карандаш. Когда-то был архитектором. Но сегодня я не имею права сказать, что я архитектор, потому что я отстал. И никогда не смогу догнать никого. Вот это я ему повторил в кабинете премьер-министра. Что я не могу, я говорю, сказать, что я архитектор, потому что я уже ничего общего не имею. Так что я не образованный, я ему говорю, человек, но ты какое право имеешь, когда сам говоришь, что 10-15 лет тому назад, как защитил, не знаю, докторскую, не знаю, кандидатскую, с физикой общего ничего не имеешь. Я с ним не спорю о вопросах управления аппарата Шеварднадзе, или канцелярской работой, потому что он там тупой.
и не даю себе права влезать туда. Он такой кордебалет устроил здесь, когда премьер-министр пришел, что я именно ворую из крана ток. Оскорбление было, ну, ужасно. Когда сам премьер-министр прошел по кабелю и дошел до крана, он ему сказал, там нет тока, потому что я взял, намочил руку об кран и второй рукой об землю. Если там был бы ток, меня сейчас здесь не было. Но этот человек, не знаю, чьи его задания выполняет, он категорически требовал именно эксперимента в канцелярии. Именно специально, именно. Не то, что специально, это не игрушка с ним взять и ездить по канцеляриям, и кому что понадобится ему там подавать, и на ладони, на блюдечке все приносит. Ну, насчет этого вопроса у нас разногласия. Я не знаю, как, что они сказали президенту, как сказали. Я знаю одно. Если эту установку потеряет Грузия, то львиная доля в этом лежит, так сказать, астрофизика Петра Мамрадзе. Львиная доля его, потому что благодаря нему Грузия потеряет эту установку. И отсюда исходя все блага. Скажите, пожалуйста, вам лично сколько обошлась вот эта первичная в суммах? Что вам обошлось? То, что должен был сделать, допустим, один человек, раз нельзя было это все, вот, надо было быстро сделать, и разделили схему на несколько, ну, два десятка почти частей. И вот так разные, по разным местам собрал, мне это обошлось, это где-то уже даже до 8 тысяч. Но когда я 200 киловатт не делал, я тоже это же все вот так вот. Или вот как нищий бегаешь, просишь, выпрашиваешь, если дадут, хорошо, если не дадут, то дадут деньги, да, еще там такие претензии предъявляют, что вот, грузинский бизнес. Все, в долю я сижу, да какую долю, где что, пока мы ничего не сделаем. Скажите, пожалуйста, это ваш дом? Нет. Я на квартире здесь живу с семьей, потому что мы все продали, что у нас было. На эти установки, на эти... Ну, кажется, давили меня уже до ручки. И наше правительство, и многие ученые, которые категорически говорят, нас не интересует, потому что этого нет. То, что мы видели, этого, оказывается, нет. А как на это смотрит ваша семья? О, семья, это, извините меня, мне такое предлагали за границей. Наверное, сейчас пора за ум взяться и туда поехать. Что она чуть ли не каждый день за мной палкой бегает. Что, от чего я отказался? Ну, это, конечно, в шутку уже. Потому что от многого хорошего я отказался. И причиной этому было не то, что вот именно я хочу вот эту установку здесь внедрить, да. Многие ученые опять же говорят, что вот если это правда такая хорошая установка, то почему он не уезжает за границу? Там же его с руками ногами возьмут. Можно говорить что-то, но надо, по-моему, до того, пока не сказать, подумать, что говорят. Не потому я здесь остался, что именно в Грузии хочу. Да, конечно, это тоже в Грузию хочу оставить энергетическую установку, но что за ним стоит? За этой установкой идет цепь, ну, так сказать, оборонного значения. Этого я хотел оставить у себя в стране. Я этого слова не должен был говорить. Но кто услышит про трансформатор Тесла, там уже любой додумается, что за этой установкой стоит. Я это сказал и президенту, и премьер-министру. Ну, я не знаю, там, что с президентом делают. Почему-то я верю, что он не знает правду. Не знает. Игорь.
Ez bütçe bir okul alayım. Tamam Allah'a ne kadar. Ben akın anıyor sana Allah. Aklan mesela ben de. Tamam gel. Sorry, votate. Работот пра Тесла ви не е все. И во заглавие без праводна передача енергии Николи Тесла и Тунгуски взрив 1908 года. Ну така да ми разказвате. Да. Тајна моего изобретения во грот на Сестандове. Вот прочтете и какое оборонное значение имеет, поймете, потому что его скрывать уже я не знаю сейчас, что сделает наш президент. Ну, надо как-то до него довести, я уже до него дойти не могу. Я хочу сказать вам, что это абсолютно открытая информация. Это мы достали из интернета, я лично ему дал. Но дело в том, что абсолютно открытая азбука тоже, но люди некоторые пишут стихи, а некоторые даже читать затрудняются. Прошлое его изобретение создавали очень много вопросов, что вот он аферист, он сделал подводки, лазили под эти туда-сюда. Вот то, что сейчас у него есть, вот, он улучшил на основании вот этого. Понимаете? Просто человек нашел то зерно в этом, которое можно применить на практике. Больше ничего. Хотя Тесла это все обосновал теоретически, а потом взял и сжег свои исследования. Я вдруг и обратно просто набирайте Тесла. Да. Джаху. И он выдаст вам все, что про Тесла там есть. Абсолютно все это. Вот мое. Говорите. А, это заявление министру юстиции Грузии, что я отказываюсь от гражданства Грузии. Это занесено 30 апреля сего года. А это уже в канцелярии послали мне предложение, что есть такая установка, и пожалуйста. Канцелярия написала на это, на, как сказать, департамент науки и технологий. Где он говорит, что зафиксировано многократное увеличение энергии. И стоит это государственного внимания. И они не остановятся теперь. Мне интересно, перед чем они не должны остановиться? И кто это они? После каждой демонстрации уничтожаться. Свое изобретение, а потом опять тратить деньги, чтобы создать. И почему? Чтобы не писать вот такие заявления в газетах.
ვინ გაიტაცა გერითი იარაღის საიდუმლო ნახაზი. Группа ученых пишет, что они изобрели звуковое оружие. И украли у них чертежи. Если я не буду его уничтожать, ну это глупо, а? С моей стороны будет. Им хела сексили чудово результаты. Резонатори тулис, гамомолзе, да, сексили гекнели. Ара, мэри сет к вам это. Джерк вырвели и варианты хуга. Дамицеба, чуэнши роткуа, тамас арчирдеба. Тамас арчирдеба, дамицеба. Дамицеба гия рай рачирдеба, хуна бая, патара я контурис, шев кмэнэ дэ, иван угэ амисту зэзари, бэври цикон. Мэр спарамэн дэгу. Ара, кори, эс арис эрти гамо. Имазе, шуачалзе исконда, резонатори смас. Работаю. Работаю. Работаю.